Здравствуйте, ребята! Сегодня я вас приглашаю сделать со мной объемную аппликацию из цветной бумаги и обычных салфеток. Сделаем сегодня мы с вами пушистую мимозу. Итак, приступим к работе. Для работы нам понадобятся салфетки, декоративная клейкая лента, ножницы, шпажка, клей, цветной картон, цветная бумага. Берем салфетку желтого цвета, раскрываем ее. Сгибаем с одного края, берем ножницы, отрезаем, складываем пополам нашу полосочку и еще раз. Теперь берем ножницы и одну сторону нарезаем бахромой. Далее мы берем шпажку или зубочистку и начинаем накручивать нашу полоску на шпажку. Далее берем клей, тонким слоем наносим на край, приклеиваем, формируем цветочек. Наш цветочек готов. Наши цветочки готовы. Берем лист бумаги зеленого цвета, складываем его пополам. Берем ножницы и разрезаем. Теперь сгибаем нашу заготовку, берем ножницы и обрезаем уголочек. Далее нарезаем полосочки наискосок. Обрезаем уголочек, раскрываем нашу заготовку. Теперь берем ножницы и накручиваем наши полосочки. Далее мы берем клей и наносим на серединку нашей веточки, склеиваем. Наша веточка готова. Нам нужно сделать 5 таких веточек. Основанием нашей объемной аппликации будет плотный лист бумаги синего цвета. Далее мы берем декоративный скотч и обклеиваем края. Основание готово. Далее приклеиваем все наши заготовки к основанию аппликации. Мы берем клей, мы работаем на клееночке. Ножницами делаем небольшие надрезы. Загибаем полосочку. На полосочке наносим клей и приклеиваем. Далее мы приклеиваем наши цветочки. Закончили мы делать нашу поделочку. Вот что у нас получилось. Я надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо, до новых встреч!